сейчас Эмминджер на площадке. Пас на Сапрыкина. Сапрыкину навязывают борьбу. Жесткий силовой прием, но все в пределах правил. Оказался на льду Сапрыкин и даже показалось, что получил повреждение. Казаков делает попытку, идет вперед Казаков. С неудобной руки бросает, но высоко слишком шайба уходит. И что, Егин силовой прием применяет против Казакова. Продолжается игра. Где шайба? Она у Евгения Лобанова. Свистят болельщики, требуют удаления. Контроль над шайбой Комаров теряет. Сейчас борьба в средней зоне. Выигрывает эту борьбу Свитов. Попадает под силовой прием. Чистый. Вот сейчас шайба выходит в среднюю зону. Так, вроде Виталия Карамного сыграно достаточно жестко, но по правилам. Словно первый номер, вот с этим, да, ух, шикарный силовой прием. Шоу от Трубачева, пас на Заборского, и Заборский попадает под силовой прием Рафаэля Батыршина. Шмелев. Ух ты! Целый прием от Павлова. Бросок от Чичуры. До 30 октября Атлант на своей площадке принимает команду. А все потому, что... Ну и сейчас в континентальной хоккейной лиге он является лучшим распасовщиком. Попал там игрок Металлурга под силовой прием. Обороняются Трубачев, Артюхин и, если не ошибаюсь, Глухов. Нападение. Молчат. Ну да, выскажите. Силовой прием против Джонатана Сигалета. Валерия Владимировна, поздравляем с этим подарком. Затем еще одним силовым отметился Артюхин в зоне соперника, и опять Сигалет попал под раздачу. Нельзя просто так взять и скрыться от Евгения Артюхина. Но все в пределах правил.